Tem um pra ir lá. Це не ярмарка, не ярмарка. Не ярмарка. Я зайду тоже в це. Я ж не вышел. На третий. Я тебе говорю, я даже не знаю, кто мне записал. Я посмотрел, я в списках. Ладно, поеду. Что? Три. Макс, ты в магаз не ходишь? Пойдем. Давай так же зайку. Тринадцать, десять. Выигрывал. 10-2. Не, он реально быстрый. Пиздец. Такая у него скорость. Ты в натуре с видом хотел. Да-да-да. Я думал, что за лэпер вообще. А если бы он сейчас успел, я бы вообще был. Да-да. Ты у него майка? А? На Илюхе. Да. Все его. Я забыл вещь.
мог отбить. Мелюха специально хочет 3 партии. Чем здесь молдавский, вей? Я на русском. Жорик, иди уши почисть. Как? Жорик, почему? Я просто показал. Антон, ты был. Бля, прикинь, если он догонит. Надо. Блядь. Я вчера тоже катался. Да? И катали его. Так, блядь, же главу угодно. Ну, так ты же не падал. Когда? Я кончиком ракеты лежал за шапотом. Ты просто не видел, что я делал сзади. Если мы вообще вышли на Мариана, там нечего делать. Мы бы не вышли на него, он поиграет. А, да? Да, мы бы вышли на Светку и на... Предка. Потому что вот они играют себе. Там та женщина, короче, когда играла с Эльви, когда они поиграли, она такая, типа, вы играете хорошо, но мы круче. Петя играет Скорпенко против... Есть там одни. А что он... Он должен был же играть с Ваней. Кто? Петя, папа. Никто говорит. Скорпенко играет Никс. Пару они играли против Мадаря с... Да. Не помню, с кем-то. Скорпенко? Нет. С кем он играет? Я не помню. Догнал, прикинь. Ау? Нет, догнал. 20-21. Это еще вроде тот, которым Антон играл. Нет. Что с ним? Все за мной же так же полетят все. Нет, это Вадим, привет. Что ты хочешь? Пересядь. Сиди ровно. Я ровно сижу. Что? Вот, Люся, взял, что ты взял, что ты? Нет. Знаешь, что у тебя?
Чем докажешь? А ты готов, да? Ну так. А? Вот ключ готов, да. Что не вот ключ? Я знаю, что. Что ты к ней не пошел? Нет, там детей нет. Раздеваться. Чтоб мол надо. Она
рано купить одну хуйню. Так ты еще вчера ехал. А? Ты еще вчера ехал. Я к Лере поехал. А. Сейчас мы за одну хуйню купим. Опа. Да, ну она будет сразу. Да. Да, да, да. Не подними. Я ебу только 9-9, ну. Это 0. Да. А первый что, этот выиграл? Да. Да, это же вообще понял. О, бля, 15-4. Творог вообще по главному не попадает. Ну, сколько тренировок у тебя? Ой, блядь. Бай так быстро. Это ничего не делает. Вся игра. Блять, у меня же жопа будет сидеть. Петя с кем? С Ксюшей играет? Что он сказал? Да я понял, ты на русском не скажи. Хватит спать. Духа? Бля, ну как я сейчас? Да надо вот так. Аут! Я возьму у Кулика крестом. За сколько? Сломан? За 150, да. Я за 150 новый взял. У кого? Ксения. А ей 3 принести, она такая, типа, 150 отдаю один. Разъебал, да. Если бы была, то... Какой? Либо как у Пети, либо другой а, как у Пети 100 с чем-то долларов, да? Нет, 80. Ну, мой Волтвик стоит 2000. Лей? Да. Это тот, который повлакивал? Раду? Раду? Да, мы... А где Раду? А, вон он, смотри на него. А, у него нет одежды. Раду, ты...
Да. Типа нам скажут играть в четвертый мир. Не, куда он скажет? А он не должен был играть? По идее нет. Да, за четвертое место сейчас будет играть. Будем играть, что я не шорты перед Раду. А кроссы? А имеешь хуй? На шифаль, да. Петя возьмет. Шифаль? Взял себе две пары. Конечно, вы тоже две берут. А с тобой арабского просто типа они не играли, они да нет. А с тобой наша он играет. А, наверное, ему не нашли миски, просто поставили. В Б играет? Не знаю. Что вы в Б делаете? Это в С. Ай-яй-яй. Не, я могу не снять. Не играл уже, типа. Так, давай одиночку. 5 РБ. Рвать. Мне нужно. Надеюсь, там вообще ты. А, да, ладно. А вот. Раду. Раду. Ты играешь? Нет. А чё? Что? Раду, я могу побыть твоим напарником. Кто? Кто это? Террас полетал. Раду. Конский, он может быть в раздевалке. Раду. Возле стены. Бля, ты что гонишь, если третья партия будет? Я не буду снимать. А сколько она там? Часа 5? 8. Ой, 8. 3. Ну, сейчас сколько по времени рассчитана одна игра? 25. Ха, уже 25, все. Уже 25, опоздали. Это еще только первая пара. Ой, вторая. Мариан всегда первую партию. Мариан постоянно первую партию сливает вообще. Когда первую партию мы выиграли, такие, я думаю, а это налегке его взбьем. Ёбаный в рот. Я уже и жрать хочу. Ты не снимаешь, ты лежишь. Ушли дальше. А с кем играет Илья? С Надей? Да. А, вроде было не знаю. Что ты говоришь, я ничего не слышу. Уши надо мыть. Ты не шути. Я опять
Хорош! Тюлень! Глаз! Глаз! Пошли в Линелло! В Линелло пошли! В Линелло пошли! Да все равно! Я за тебя сыграю! Все равно проиграете! Он знает, что он долбоёб. Я его всегда не знаю. Может, не отпуск, кто? А он тебе даст, ты проебал. И уже ты пешком будешь. Там даже до линии нахуй. Поле было? Да. Поле. Антон, поле было? Поле. Кули. Кули. Поле. Поле было? Да. До линии. Кули. Антон! Антон! Поле было. Да ты шо?
серьезно. Ты видел поле? Ну да. Ну так, супер, поле. Так он прям до линии. Еще до линии был. Да. Пойдем ко мне. Не скажу. Да, это секретное место. Кстати, все, кто хочет в магазин, ходят даже номер один туда. Да, пять лей. И мы тебе скажем. Давай 10. Давай обратно. Ну и зачем спрашивать? Любой каприз за вас. Первый слово.